But the thing about my paintings, what I paint from is my passion. Мои картины передают мой внутренний душевный мир. Я рисую то, что окружает меня. Вот эту картину я рисовал около 6 лет. Ее я продаю за 16 тысяч фунтов. Две другие стоят по 8 тысяч фунтов. Это правда то, что пишут обо мне. Да, я являюсь претендентом на русский престол. Но все зависит от людей, как они это воспринимают. Я пока не знаю их реакцию. Романовы правили Россией с 1613 по 1917 годы. Я надеюсь, что русский народ одобрит меня как претендента. Мне еще не выпало чести встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, но надеюсь, в будущем мы обязательно увидимся. Мои титулы дают мне много преимуществ и позволяют мне, например, беспрепятственно посещать дома и дворцы Романовых. Я разрабатываю дизайн часов на заводе «Ракета». Эта компания тесно связана с русской историей и с моими предками. Я сейчас не женат. Сегодня правила немного изменились, и я не обязан жениться на аристократке. Могу выбрать любую, кто мне понравится. Я не загадываю будущее и живу настоящим. Будет ли это русская девушка, я не знаю. Какая будет, такая и будет. Казашки – очень красивые женщины, но пока я еще ни с кем не познакомился. Если я встречу казашку, которая мне очень понравится, я с удовольствием на ней женюсь. Я слышал много мифов о России и Казахстане, но все оказалось неправдой, что люди холодные и бессердечные, но я этого не заметил. В России мне особенно понравилась архитектура церквей. Казахстан же стал для меня настоящим открытием. Это развитая страна, особенно в культурном смысле. Люди в России и Казахстане открытые, чего не встретишь в других странах, где я бывал. Кстати, в Казахстане я второй раз. В 2011 году я впервые привез сюда свои картины, но тогда ни одной не продал. Но зато сейчас у меня сразу 2 предложения на покупку. В настоящее время я рисую Казахстан, начал с горных пейзажей, и для меня будет еще честью нарисовать степи. Их я еще не видел, но очень хочу посмотреть. Я завершу работу над картинами в своей лондонской студии, а потом привезу сюда. Возможно, кто-то их захочет купить.